заставьте себя, наступила грусть. Что ж, пойду пройдусь. Мне ее делить не с кем. Где пойду? Пройдусь по земле Невской, которую я люблю. То есть, что я делаю в это время? Я наполняюсь, как там в этих стихах, там, ну, то есть, наполняюсь природой Питера, да, то есть землей Невской, то есть я наполняюсь этой красотой, этими канальчиками, мостиками и так далее. Я наполняюсь силой в это время. Правильное мышление. Правильное мышление. Неправильное мышление, когда ты, наоборот, сосредотачиваешься на том, что тебя разрушает. Прикованность сильная, приковывается человек к плохому. Понимаете, неправильное мышление. Нужно отвлечься от всего. Отвлечься. Нужно думать о другом, о чем-то. Понимаете? И тогда все нормально будет в твоей жизни. Тогда будут силы. Вот, допустим, обиделся близкий человек. Можно иметь силы сделать так, чтобы не обижался. Для этого надо радость иметь, достаточно силы радости внутри, достаточно добрых чувств по отношению к этому человеку. И тогда все можно исправить. Женщины подумают, вот правильно, Олег Геннадьевич, правильно. Вот так они должны, мужики, вот себя вести. Так? Да. А вы как себя должны себя вести? Точно так же? Но откуда берется это благородство у человека? Почему мужчина так себя повел? Он говорит, ты как бы обиделась, ты разгневалась на меня. Что, он себя дураком считает, что ли? Нет. Он что, считает, что он не прав? Нет. Он остается считать себя правым. Почему же он так себя ведет? В чем причина? Причина заключается в том, что он свою правду ставит ниже любви, ниже отношений. Он просто начинает очень благородно вести себя с человеком, потому что он ценит человека больше, чем свою правду по отношению к нему. Это называется любовь. Подойти к человеку и просто сказать ему «прости». Не потому, что ты виноват, а потому, что ты ценишь отношения больше, чем
свою правду. А теперь задайте себе вопрос. А я ценю отношения больше, чем свою правду по отношению к нему? Мой принцип по отношению к человеку стоит ниже человека или выше? Вот это и разрушает отношения. Когда принцип становится намного выше отношений, семья разваливается. А почему он стал намного выше отношений, принцип? В чем причина? Несовершенно знание причины. У нас нет знания. Мы думаем, я вот себе эти отношения разрушу, у меня будет лучше. Мы всегда так думаем. Это глупое мышление. Откуда вы знаете, будет лучше или хуже? Вы не знаете ничего. Поднимите руку, кто разрушил отношения, лучше не стало, хуже только стало. Ну, он кучу людей подняла руки. Видите? Почему вы думаете, что у вас лучше станет? Не факт. То есть человек верит в светлое будущее свое, думает, ну сейчас мне тяжело, я как бы, ну, пинка под зад ему дам, как бы, и будет легче. Нет, не факт. Принцип, что такое, это человек предал меня. Бывает такое. Но опять же, как бы, ну, предал, хорошо. Насколько он понимал, что он предает? Может, он вообще даже этого не понимал. Ты узнай у него, спроси, он понимал или нет. Может быть, он скажет, что нет. Тогда, может быть, есть смысл его простить, принять этого человека. Помочь ему понять, как правильно. Понимаете?